Сегодня в Пушкино был организован пункт по сбору техники в рамках экологической программы «Школа утилизации электроника». Инициатором ее является Фонд рационального природопользования при поддержке Министерства имущественных отношений. Старые телевизоры, сломанная компьютерная техника, приборы бытового назначения и все, что связано с электроникой, без грусти и сожалений поместились в большой контейнер. Это вывозится специализированная организация, обезвреживается, разделяется на запчасти, то есть пластик как вторсырье используют, какие-то тоже дополнительные элементы, которые можно включить во вторичный оборот. А остальные элементы обезвреживаются специализированной организацией, которая имеет лицензию. На удивление, в середине рабочего дня было немало экологически ответственных пушкинцев, которые принесли на переработку свой домашний электролом. Так как это акция, то были и подарки. Детские книги про храни миров, изданные в Подмосковье, экологическая фэнтези. Что касается реальной жизни, то для многих она точно стала лучше, ведь избавляясь от хлама, человек выкидывает все самое плохое и освобождает место для нового и хорошего. Кристина Кристинина, Владимир Парфенов, Пушкинское телевидение.